Ребята, это у нас Кингисепп, дом культуры после ремонта, построен в 65-м году и 7 лет назад ремонт сделан. Вот такой у них зал, вот такая сцена, вот такой шикардовский у них полиэкран, ну с кулисами тут, ну потолок очень высокий. Кулис, правда, не хватает, кое-как вписались. Второй план. Там у нас торт, первый, второй план. Это у нас тут конструкция торта сзади, пушки, всякая ерунда тут заряженная. Так, выходим. Там у нас зрители. Так, ну это у нас вот. Сами декорации. Пульт тут у них электронный. А это у нас Сережка. Здорово, Сережка. Что скажете, Сережа? Жесть полная. Вы еле успели. Еле успели. Последние секунды уже. Последние секунды. Чай попил? Я водички. Водички. Ну ладно. Ну что, начинаем потихонечку. Повторяю. Только один час. Зрители высочайшей квалификации, вознаграждение гарантирую. Мы ждем кандидатов с минуты на минуту. А то времени у нас совсем мало осталось. Тут вообще барахлит, блядь. Надо вообще микрофон вырубать. Добрая волшебница. Ну да. Ничего и понадобилось.
это маленькое создание, что нуждается в моей шпаге помощи. Определенная любовь. Огромный, голодный дракон. Как прискорбно наблюдать за гибелью бутона, что только что расцвел. Совершенно с вами согласна. Особенно сложны в уходе розы. За ними нужно ухаживать. Повторяю, только 35 минут. Джереми Михалеву и там остался!
всегда был смелым. Смелым и отважным, но в этой ситуации я не знаю, что мне делать. А кто это? Это колорадский Джек. А нет, не называйте больше это имя, мое имя трус. Оставят тоже. Стульчики закинулись, я там фоточку скажу. Короче, так вот неплохой, неплохой. Пожалуйста, конечно. Я закинул стульчик, закинули, и в итоге выложим фоточку. Почему в объявлении не было сказано, что речь идет о каком-то там семиглавом дракону?